Новое поколение госслужащих региона прошло обучение по кадровой образовательной программе Master of Public Administration в Дальневосточном федеральном университете. Повышение квалификации должно поспособствовать успешному развитию Чукотки. Повышая собственную компетенцию, повысить качество жизни населения своего региона. Еще 3 чукотских управленца прошли обучение в школе экономики и менеджмента Академии управления Дальневосточного федерального университета. На протяжении года в очном формате они учились в соответствии с международными стандартами качества по программе Master of Public Administration. Отрадно видеть в числе лучших выпускников традиционно представителей Чукотского автономного округа. Это действительно большая редкость, когда на площадках вот таких мероприятий в таком большом количестве присутствуют представители округа. И мы действительно много делаем для того, чтобы весь Дальний Восток развивался, чтобы точки экономического, социального развития появлялись во всех субъектах Дальнего Востока. И спасибо большое губернатору Чукотского автономного округа за то, что он своим личным решением, вниманием содействует обучению его сотрудников, его команды на таких программах. Программа «Акселератор кадров в области государственного управления» реализуется под патронажем аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. В ходе обучения по авторским образовательным модулям студенты, например, учились решать личные бизнес-кейсы, консультируясь с экспертами мирового уровня по повышению инвестиционного климата и имиджа округа. Некоторым выпускным проектам уже дан старт в реализации. У меня был проект по переработке пластика в изделии из полимер-песчаных смесей. Сейчас тоже работа над ним идет, тоже на территории Чукотки. Таким образом, да, это мы поможем избавиться от пластикового мусора, пакеты, крышки и сделать из них полезные изделия, тротуарную плитку, бордюры. Мой проект был про медиаклуб, где творческая молодежь может кооперироваться и вместе создавать контент для соцсетей. На практике здесь на учебе был хороший блок по проектному управлению, что будет полезно почти в любой работе. И вот теперь, когда все это прошел, понимаю, что есть куда расти, есть что улучшать в нынешней работе. В воплощении проектов выпускникам будут помогать наставники из госструктур и госкомпаний, имеющие практический опыт. Но главное, что приобрели управленцы нового поколения, это связи с коллегами из других дальневосточных регионов. А это, в первую очередь, возможность обмена опытом в решении различных задач. Добавим, что в прошлом году обучение в этой школе также прошло 3 человека, усилив состав кадрового резерва органов исполнительной власти Чукотки. В текущем поедут еще 4 госслужащих. Анастасия Сертун, Александр Крымов, Вести, Чукотка.